пришли к нашему Отцу, и мы Его дети. Да? И написано, что Бог, Он живет среди славословия народа. То есть Он живет там, где Его хвалят, там, где Его славословят, где говорят слова любви. Поэтому я предлагаю нам подняться и начать славословить. Вот то, что есть в вашем сердце, знаете вы слова, не знаете, можете подпевать. Но Бог, Он ищет поклонников, написано, которые поклоняются Ему в духе и в истине. Что это значит? Мы находимся здесь в присутствии Духа Святого, да? Нас живет Дух Святой. А истина — это Его Слово. То есть мы поклоняемся на основании Его Слова. И написано, что Бог ищет. Много людей по всему и миру ищут Бога, но Бог ищет тоже людей, да? Он ищет поклонников. Поэтому давайте мы встанем и будем поклоняться. Просто что есть в вашем сердце? Слова любви, благодарения. Можете просто даже закрыть глаза и петь Ему. Бог ищет таких людей, которые будут Ему поклоняться. Всем сердцем написано, всей душой и всей крепостью, то есть всем нашим телом мы можем поклоняться Богу. Поэтому, если вы видите, что кто-то руки поднимает, или хлопает, или танцует, так написано в Слове Божьем, написано «ликуй пред Господом», лик – это танец, да? Поэтому вдохновляйте друг друга, прославляйте Его. Аллилуйя. Открою сердце для тебя, и исцеление придет. Я счастлив в истине твоей, я руки к небу вознесу. И на любви твоей я вечно буду открою сердце для тебя, и исцеление придет. Я счастлив в истине твоей, я руки к небу вознесу, и на любви твоей я вечно буду петь. Буду петь о любви твоей, буду петь о любви твоей, буду петь о любви. Открою сердце для тебя, и исцеление придет. Ты счастлив в истине твоей, я руки к небу вознесу, и на любви твоей я вечно буду петь. Буду петь о любви твоей, буду петь о любви твоей, буду петь о любви. Буду петь о любви твоей, 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 буду петь о любви твоей.
петь.